еду на финал Енисей Динамо. Ох, сегодня я не сомневаюсь в победе Енисея. Я вспомнил, когда я ходил на футбол, ну, занимался Енисей. Нет, тогда это еще Металлург был. Лет 15 назад. Так вот. Мы постоянно, особенно зимой, обсуждали там с пацанами, как там Ломанов, какой счет там, 6-2 или что, сколько он забил, где он. И прошло 15 лет, и опять, сколько Ломанов забил, как он, опять лучше в матче был. Ну, сейчас глянем. Я не понял, куда попал. Команда Роман Черных, номер один. Представляю хоккеистов команды Енисей, Красноярск, форма белая. Вратарь номер 21. Артем Драничников, полевые игроки. Номер 13, мастер спорта Вадим Васильев,
номер 54, мастер спорта Николай Коньков, номер 91, мастер спорта. Четко по линии сидим. Thank you.
82-я минута матча. Мяч в ворота команды «Енисей» с углового удара в передаче Валерия Ивкина, номер 6, забил Максим Василенко, номер 71, команда «Динамо Москва». Удаление в команде «Енисей» на 5 минут за откидку мяча удален Илья Лопатин, номер 99. Там уже обнимаются. Готовы. К основному времени второго тайма добавлено 30 секунд. Yeah.
Come on!
места были все забиты, хотя должно было быть. Заполняемость стадиона 75%, но там все было забито, вообще все. И 75, видимо, как-то тут вот влетели туда. Все чемпионы, счастье на несколько лет. Очень многим людям не хватало билетов, то есть там на сайте там столько людей писали, что как же так. Всего 5000 болельщиков было, а может и того меньше, если. Ну, по-моему, весь стадион был заполнен. Так бы 1015 влетели, надо было, конечно, всем угодить. Но красота доволен. Там, кстати, такой случай еще, блин. Дед со мной сидел, и там его попросили подняться, ну, чтобы пройти. И потом, ой, не то место, типа, перепутали. Опять его просят подняться, он встает такой, ну, сволочь, а, не могут элементарно глянуть, какое у тебя место. Ну, что за люди, ну, вот, черно-по-белому на билете написано, ну, вот же все. Сидим. Потом мужик опять зашел, ой, ряд, мне нужно выше, извините, что опять вас прошу встать, ну ладно. Дед с такой злобой, собака, блин, как можно, это тупейшие люди вообще конченными стали, даже не могут место ряд найти. Спустя 5 минут подходит женщина, а вы на моем месте сидите, там у деду. Дед такой, а, да, ой, я ошибся. Ну, бывает, ладно. Матч Енисей, чемпионс, вы понимаете, чемпион. А, это Шахтер ЦСКА, вот, могли и побить, если бы там достал, но все, поеду.